Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Контейнеры опять новые. Отличаются только цветом крышки. ,5 литра с декором. Еще один очень интересный контейнер со снегирями. Такая крышка яркая, красивая. Сбоку клипсы. Размер 10 литров за 199 рублей. Еще вот такой новогодний декор. Здесь уже цвет крышки синий. Вот такие. Еще набор мисок с крышками 2 литра и 4 литра за 199 рублей. У нас, по-моему, такие были. Вот такие две мисочки. Очень красивый цвет. Перламутровый. Много товаров повторяется. Еще вот такая миска металлическая. Кто хвалит такие чашки, кто наоборот ругает. 3,2 литра. И есть еще с голубыми крышками за 199. Кстати, я снимаю на новую камеру. Посмотрите, пожалуйста, качество. Если что, напишите. Нравится вам качество или нет? Итак, я уже в другом магазине. Это уже район станции Орск. Смотрите, какие интересные часы. С кусочками зеркала. За 199. Симпатичные. Есть в серебре. Есть в золоте. Надо же, прям новогодний дизайн. Почему-то у меня такие ассоциации с Новым годом. Фоторамки за 199. Есть серые, черные и белые. Каждый раз новые и новые светильники. Не устаю повторять. Смотрите, какой ангел за 199 рублей. А здесь что? А здесь голова оленя. Звезда. И еще очень много разновидностей. Вот эти светильники прикольно, очень хорошо светят. Красиво. Вот так. А здесь тоже есть фламинго и котики. И, наверное, еще что-то есть. Сердечки. Все со 199. И такие я уже показывала. Смотрите, какие горы игрушек наложили. Время все меньше и меньше остается к Новому году. И повыставляли побольше. Я заметила, уже идут люди, покупают игрушки, уже несут игрушки. Смотрите, какие елочки красивые. Вот хожу сюда в Fix Price чуть ли не каждый день. Обязательно для себя что-то новое нахожу. Или у меня память такая, как у бабочки. Украшения новогодние. Блестящие. 51 рубль. Смотрите, есть петелька. Можно подвесить. На стену, например, да? Здорово. Смотрите, как классно. Вот снежинку такую я точно видела. Тоже на петельке. Тоже красивая. Еще есть звездочка. И веночек. Для украшения прям очень. Были бы деньги. А украсить дом мы нашли бы где купить. Смотрите, как много всего для украшения дома.
Бантики оригинальные. Сколько кенов. А, вернее, Артур. Кукла Артур. Собери свою коллекцию. Фигурка животного. Коллекционная игрушка. Их очень много. Смотрите. Просто мне не достать. А как люди будут их брать, я понятия не имею. Как можно было повесить так, что достать невозможно. Может быть, в следующем магазине я буду, я покажу их поподробнее. А сейчас вообще невозможно достать. Смотрите, какие наволочки. Боже мой. Какая красота. Это какие-то полупайетки. Нет, пайетки только так окрашены. Красиво. Давайте посмотрим, какие здесь есть. Смотрите. Ой. И куда без фламинго. Так, давайте посмотрим размер. 40x40. Наволочка декоративная с блестками. А до этого у нас были вот такие. Как же пройти мимо тряпок? В этот раз какие-то темные, даже черные, синие, голубые, все однотонные, серенькие за 55. Новые подносы с ручками 40x26. За 77 рублей. И в горох. А еще появились металлические за 99. Дизайн разный. Черный мне понравился больше всего. Вот этот. Под самовар поставить красиво. Появились интересные тарелки. 20 сантиметров за 99 рублей. И они все одинаковые, все такого цвета. Это суповая тарелка. И 25 сантиметров тарелка. Это уже под второе блюдо. Получается целый набор. Вау, а это что такое красивое? Какие чашки красивые. Так, здесь даже что-то написано. Пусть в Новый год перед вами откроются все двери. С Новым годом и Рождеством. Приятненько. Так, цену. Смотрим. 99, ура, не 99. Вернее, не 199, а 99. Очень красивая. Там, по-моему, другая еще расцветочка есть. Сейчас посмотрим. Вот какая еще. Ой, как красиво. А вот какая. Ну, очень красиво. 400 миллилитров. А это емкости для напитков. 400 миллилитров за 55 рублей. И все елочки. Очень много стаканов с трубочками. Или емкости с трубочками. Еще чашки. 410 миллилитров за 77 рублей. Какое же все яркое, какое же все красивое. До этого я показывала такие вот овальные блюда. А это еще больше. 34x28 сантиметров. И оно как-то яйцеобразное. Еще одна новинка. Смотрите, блюдо 2 литра. Собери всю коллекцию. Пиала, салатник, тарелка глубокая. Это две тарелки разных.
соусница, чашка чайная, блюдце, блюдо и этажерка двухъярусная. Запекать, да? Здорово. Я себе стеклянную недавно такую покупала. Ну и такая вот. Такая уж пол у нас была. Тоже 199. Боже, как все красиво. А эта посуда тоже какая красивая. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.